В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном. Продолжаются мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы. На территории Российского государственного аграрно-заочного университета прошел митинг, слово для открытия которого было предоставлено ректору университета Владимиру Дубовику. Мы подошли к величайшему празднику. В эти дни вся наша страна, вся мировая общественность отмечает праздник Великой Победы. 70 лет назад она завершилась. И завершилась убедительной, серьезной победой нашей страны над фашизмом. В рамках митинга к участникам обратился исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа Балашиха Сергей Чернуха. Разрешите сегодня еще раз всех вас поздравить, отдельно поздравить наших уважаемых ветеранов, пожелать вам крепкого здоровья, успехов, живите долго. Спасибо вам огромное за ваш подвиг, за вашу ратную службу уже в мирное время. Мы никогда не забудем о вашем подвиге, будем ценить и передавать его с поколения в поколение. Всех с праздником, с наступающим Днем Победы! Епископ Балашихинский, викарий Московской епархии Николай, приветствуя собравшихся, привел несколько исторических фактов. Враг напал на родину нашу в тот день, когда отмечали мы День памяти всех святых русской земли просиявших. Но и победа наступила тогда, когда Пасха и когда празднуем воскресшего Христа. Дай Бог, чтобы хранили мы память отеческую, веру отеческую и верность Отечеству своему, как хранили те, кто защитил Родину нашу и весь мир от страшной угрозы, от страшной гибели, которая грозила всем неминуемо. Конечно, в этот день на территории РГАЗУ звучали и песни военных лет, и стихотворения. Творческие коллективы подготовили выступления. В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации, университета, ветераны Великой Отечественной войны, почетные гости и жители города. Присутствующие почтили память тех, кто не вернулся, минутой молчания. В завершении состоялось открытие мемориала «Вечная память героям 1941-1945 годов». Памятник был воздвигнут на пожертвование студентов и педагогического состава учреждения. Присутствующие возложили цветы к постаменту, тем самым отдав дань памяти погибшим воинам. В эфире новости РТВ Подмосковье в Железнодорожном.